очень интересный проект. Принесли Black One Onyx фирмы, это какой-то Ашан. Полностью ржавый, убитый велосипед. Такое состояние: гнилые колеса, мертвая вилка, непонятно что с тросиками. Ну вот шатун вроде живой, звездочка вроде живая. С этой стороны покажу. Нет одного шатуна, нет передних тормозов. Будем его полностью восстанавливать. И для начала мы будем делать то, что обычно делают с велосипедами, мы его помоем керхером. После керхера хоть немножечко блестит. Наверное, по видео кажется, что все так быстро происходит. На самом деле на ремонт этого велосипеда ушел целый день. Пока его помыли, пока его разобрали, пока подобрали все запчасти, все смазали, настроили, отрегулировали, ушло часов 10 рабочего времени. Работал вот один человек, и я помогал, приносил разные запчасти, подбирал все. И до этого еще ушло 2 дня, чтобы поездить по всяким мастерским, подобрать один шатун, одну педаль, найти старые переключатели. То есть сделать максимально дешевую комплектацию этого велосипеда. В результате получился достаточно хороший велик в хорошем состоянии, но нецелесообразно такие велосипеды, конечно, ремонтировать, если они вам не ценны, как какая-то память. Потому что запчасти дорогие, работа дорогая, очень много времени на это все уходит. Приезжайте, настроим, отрегулируем, все что угодно.